Всем привет, друзья. Всем доброе утро. А, доброе утро, точно. Мы за столько лет выбрали сегодня на завтрак в ресторан. Приехали втроем. Сейчас выбираем меню. Ресторан специализированный чисто завтраки и обеды. Поэтому решились мы так устроить себе праздник. Хорошее начало дня. Да, такое предновогоднее настроение. Начнем с завтрака, а дальше как пойдет. Покажем, какое меню здесь. Завтраки в этом ресторане немного отличаются от других заведений. Да. Собственно, можно уже... Красиво картинки понять, да. Что мы заказываем, что очень хорошо. Можно и овсянку заказать, блинчики. Ну, плавненько перейдем, что мы заказали, чтобы у всех тоже разыгрался аппетит. Мы заказали такие блинчики. На десерт, да. С клубникой. Там, что там? Цена какая? Сливки. $20 почти. Да. Угу. Ну вот, смотрите, завтраки, американские завтраки. Картошка, яйцо, бекон, сосиска. Все то, что мы любим. Да. Так, здесь сэндвичи. Так, давай. Где наш завтрак? Мы, значит, один заказали вот такой. Вот такой? Да. Просто понравилась картинка, поэтому решили. Он называется халуми и чоризо сосич. То есть чоризо будут сосиски. Халуми я так и не понял, что это. Вот это. Скрамбл, картошечка, овощи. А я заказала омлет. Омлет в виде пиццы. Омлет со шпинатом, овощами и какое-то еще мясо идет. Да, принесли нам кофеек. Миюшке принесли раскраску. Пока она не очень поняла, для чего эта штука. Давай будем разукрашивать. Ты сказала всем привет? И доброе утро всем доброе сказала? Доброе утро, доброе утро. А еще нам принесли в первую же минуту вот так вот. Давай, кофе. Так, да. Молодец. Фрут. Уже видишь, давай ставим автограф. Все. Теперь ты свой оставляй. Вот так. Вот так. Все. Видишь? Молодец. Покажем, как выглядит такое заведение внутри. Уютно, светло, да? Да. Ну так на завтраке должно быть. Много людей работает, кстати, я удивился очень. Давай, Мишек, нападай. Достаточно быстро нам принесли наш завтрак. Итак, мой омлет. Гарнир картошка, овощи. Покажем твое блюдо. Две тарелки сразу. Вау, вообще. Вкусно? А что это такое в виде блинчиков? Вот это вот, мне кажется, это какой-то сыр. Да? Смесь сыра. А где моя вилка? Моя ложка, ножик. Ой, смотрите, еще одну несут. Ого, у нас сегодня завтрак такой. Thank you. Thank you so much. You're welcome, enjoy. You want extra cake for kids? No, no, that's fine. Thank you. Да, это сыр. Сыр? Вкусный? Мне кажется, там смесь каких-то сыров. Так, Мишечка, подожди. Вот блинчики, клубника и сливки с джемом. Мне кажется, мы все это не съедим, домой заберем. Итак, друзья, этот день настал. Мои красотки сейчас ждут. Что у нас ждем? Горит костер. Что ждем? Значит, мы решили в канун Нового года, у нас еще, в принципе, не наступил, поэтому мы решили открыть такой большой... Мы вообще решили открыть подарки на Новый год. Напомню, мы с Леной на Рождество не дарили подарки друг другу, мы оставили на Новый год. Это наша традиция. Ой! Привет! Привет! Волосы можешь высушить феном, есть еще время. Хорошо? Так, все, давайте, девчонки. Ждали мы целый год открыть этот подарок. Мишек, ты помогаешь там? Мия! Доченька! Ой, нет! Ты сразу схватила. Давай вот этот большой, Миюша. Ага. Она все это, аперитивчик начинать с маленького, а потом открыть большой. Так. Сначала для разогрева. Ну, я догадываюсь, что здесь может быть. Да, здесь большая коробка. Большой ящик там. Большой подарок. Да, я вот упаковывал, старался. Даже нашел мешок, разрезал его, сделал такую ленточку. Смотри, как... Миюшек, ты помогаешь? Мама рвет уже. Давай.
Давай, рви. Держи. Да. Давай. Вау. Ну вообще, молодцы, командная работа. Давай еще. Еще, помогай. Мама говорит, давай помогай. Что ты там замотала так? Это скотч, на. Угу. Так, давайте ножницы. Да? Давай, все, не надо ножницы в руках сильной женщины. Рвется даже мое так, сердце. Ну, надо ножницы. Нож. Да, все, открываем. Угу. Ну его надо, давайте бумагу берем, на пол положим его и откроем. Итак, написано с ножом не открывать, поэтому открываем ногтями, но только что сделанным. Ой, что смотрим. Там? Что там? Еще один пенопласт. Так. Ну, Миюшек, есть догадки, что маме Дед Мороз принес? Я догадываюсь, но не знаю, какое именно. Угу. Разновидностей много. Так, вау, какой пенопласт. Итак, заказали ли они пенопласт? Написано dressing table. Dressing table, представляем! Dressing table? Ну, это трюмо, да? Или как а здесь называется? Можно уже косметичный столик. О, да, да, да. Так, и белого цвета. Белого цвета. Деревянный. Ого, не знаю. Что это, да? Да, дерево, да. Хорошо. Да. Ой, как интересно. Хорошо, мы отключаемся. Лена будет собирать. Я буду смотреть, как она собирает. Миюшка будет помогать, как всегда. Будем собирать? Прямо сейчас? Не знаю. Сейчас посмотрим, как тут детали. Большие нет. Хорошо. Не будем картинку показывать. Пусть останется да, для зрителей. Да. Загадка. А я посмотрю. Хорошо, давайте собираем тогда. Вроде... Или давай, давай. Я сейчас быстро, тут вроде быстро. Хорошо, потом твои будем подарки смотреть. Да, потом мои. Какие подарки? Я думал, лучше мой подарочек, это ты. Да, это так, это так. Так, ну все, друзья, вот я собрал. В комплекте был стульчик. Ой, какая красота, красота. Зеркало, да. Регулируется освещение. Там три цветовые гаммы. Да, классно. И потом можно уменьшать и увеличивать также яркость. Два ящичка. Достаточно вместительных. Вообще, ну, мне классно. Нравится, я довольна. Спасибо большое, конечно. Миша, мы довольны? Довольны? Конечно. Вы довольны, девчонки? Конечно, спасибо за такой подарок. Короче, да, что и какая идея я брал? Я, в принципе, давай выбирал вот уже, пытаясь, и чтобы куда-то его вместить в нашей спальне. И чтобы, допустим, на столе были варианты, где много ящичков, допустим, сверху еще наставлено. Ну, я знаю, что у Лены много тоже и косметики, все, но хотелось бы, чтобы все-таки выглядело не наставлено все, а минимально. Да. Поэтому я как бы так... Он будет чисто, чтобы ты сделала мейкап, макияж, да? Насладилась своим видом, посидела на удобном стульчике, довольно тоже мягкий. Да, такой, да. Белого цвета, ручки золотистые, но других не было, я искала. Можно поменять, если что, вдруг. Вот я с этой целью, да, я думала, если что, поменять. Так, хорошо. Предлагаю перейти к твоим подаркам. Ну и зеркало классное, думаю, будет все видно. Да. Мне очень-очень понравился такой подарок. Спасибо да, большое. С мейкап делать. Да. Хорошее освещение. Все, хорошо. Ой, ой Миюша, осторожно. Так, моим? Да. Давай его наверх отнесем тогда. Давай. Так, ну все, давай, помощница. Где мне? А там подписанный подарочек. А, да? То я Господи, не подписал, какое красивое типа... у Миюши так, платье. Это не мне. Это не мне. А это? Да. И еще один. Предлагаю да? начать с... Того? Да, с поменьше. Типа комплект коробочки. Что-то? Нет. Да. Вот смотри, да, открываем вот эту первую. Давай, рви, помогай. Давай, помогай. Вот, ой, ты все такая сильная уже. На, давай. Тяни. Вау! Итак, белая пустая коробка, где мой ножик? Мишик. Есть идеи? Там? Да. Не знаю. Часы? Ну, смотри. Так, опа, опачки.
все замерли. Я старалась. Представляешь, что это? Сумочка. Сумочка? Давай сюда. Да, спасибо, доченька. Знает кому. Так, а ну. Будь здорова. Бренд ювелирных изделий. Michael Hills. Да. Ты все-таки решила туда, да, пойти? После того наших экспериментов и приключений. Смотри, конверт. Так, а что это? Ты мне предложение делаешь или что? Руки и сердце. Смотри, смотри. Так, покажи. Это же гифт этот. Подожди, Миюсик, давай не спешить. Чек. Да. Давай не спешить. Вот, главное здесь уже, смотри. Это запонки. Смотри, Миюсик. Твои первые. Первые мои запонки. Вот. Значит, вроде серебро, но какой-то камень. А, черный, да? А там не написано? Ладно. Мишек там сейчас разберется. Скажешь нам, хорошо, мне потом, что это за камень. Ты шо? Так, мне же теперь рубашка или нужна белое такая. Золото, я уже не помню. Мне теперь такая рубашка. Там есть проба нужна. Какая-то? Написано Michael Hill и все. А, нет, что-то стоит. 925-е. Ну, это серебро вроде. Серебро, да? Я не помню. Мне кажется, да. Короче. А, да, в золоте там карат, да? Там другая проба, да. Не, ну там ж 585-е, все такое. Короче, а мне рубашка теперь надо. Надо. Такая. Значит, да. Ну все, пойдем на шопинг. А это не подойдет? Не, а здесь нету специальных. Там пуговиц не должно быть. Видишь? Так, хорошо. Давай второй откроем, посмотрим, что там. Открываем? Тебе коробочка достанется. Будешь туда свои. Где твои? Неси вон твои цепочки. Мы туда положим. Неклас неси. И колечко. Где твое колечко? Оно там. Неси, мы положим туда тоже. Так, и это у нас. Туфли. Туфли для танцев. Ты наконец-то... Есть идеи, судя по коробке. Какая-то легкая такая вообще. Вверх поднимай. Да вроде ж поднимаю. Она где-то заклеена скотчем? Не. Опусти. И ровно подними крышку, да. Вот так вот, видите, друзья, как профессиональный распаковщик не может открыть подарок. Ну что, ты принесла? Ладно, рви. Да вот я уже почти. И рубашка. Смотри, у папы рубашка. Смотри. Ну, я надеюсь, я угадала с размером. Да. Так. Волнительный момент. Смотри. Вау. Non-iron. То есть мне еще и гладить ее не придется. Ты запонком специально. Да? Да. Все продумано. Стайл про то. Хорошо, давай иди меряй. Да. А там же ж они по этим. Что? По шее меряют такие рубашки. Ну, померяй. Моя шея ночью меряла. Да. Так, смотри, тут аккуратненько. Так осторожно, Миша. Так. Ну, это цены. Уже на распаковке не будешь цены надевать. Цены не показываю. Не? Не. Это а что, мне кажется, нарядное. Мне кажется, я бы там стильно вообще смотрелся на распаковке. Такой стильный, самый стильный распаковщик был из всех. Так, ну все, друзья, вот такой вот вид на мне. Рубашки отличные, замечательные. Покажи запонки. Я даже ее заправил, обычно не заправляю. Ну и запонки. Да. Так вот они выглядят. Классно? Классно, мне нравится. Так вот, наверное, их разверну. Все, чик. Солидно? Солидно. Все, значит, переходим к столу. Сейчас что-нибудь перекусим и идем в гости.
Итак, друзья, покажем наш маленький скромный стол, потому что мы собираемся в гости, поэтому мы много особо не наготавливали. У нас так скромненько миньончики. Медальоны. Медальоны. Мишик. Куриные. Это все из-за тебя, из-за мультиков твоих. Миша переоделась, не захотела в том платье. Ульяна тоже переоделась. Так, куриные медальоны в беконе. Беконе. Но вкусные. Так, вот это бахлаваш. Бахлаваш, да. Салат сказка. Мимоза. Уже мимоза. Да. Потом такие канапешки легкие. Голубцы. Пропустила. Голубцы. И с икриной бутербродики легенькие. И салат с красной рыбой. И две у нас на десерт желейки кофейные. Ну, не совсем желе. Попробуешь, да, конечно. Не совсем желе, такой мусс. И кофейный. Свечки на аперитив, виноградик. И вот такое вот попробуем дорогое шампанское местного разлива. То есть, имею в виду канадское, с Торонто. Ну, дорогое, да? Да, там $40, по-моему. Ня-ня-ня. Ice QV. Попробуем. QV, может, я правильно прочитаю? Давай, я поснимаю и покажем, как... Проведем старый как я его год. Взорву. Да. Проведем, мы проведем год, да, уходящий. И... А с друзьями уже встретим, встретим новый. Так, ну это игристое вино, это не шампанское, прямо с региона Шампейн. Розовое, да? Розовое. О-о-о. И должно быть написано with ice wine. Я вот это меня что-то настораживает. Может, я вообще я взял не то, что мы думаем. Так, ну что... Всех с наступившим, уже, скорее всего, это видео выйдет позже, Новым годом, вам счастья, здоровья, новых успехов, мира, добра, здоровья и оставайтесь любви. Оставайтесь людьми в этом непростом мире. А я тут пока справлюсь с этим шампанским. Друзья, всего вам самого-самого хорошего и оставайтесь также с нами. Так, все, пошло. Давай от салата отойди. Да. Оп, все, легенько. Такие нотки фруктовые. Да, Мишек, ты тоже пожелала всем, да? Вот молодец. Кстати, а вот это платьице черного цвета она любит. Угу. Ой, это не розовое. Ну, может. Как пиво. Может, да, это кстати. Пиво вообще. Реально. Кстати, оно 14%. Такое крепенькое. Да. Но из-за того, что полусладкое. Так, ну все. Так, друзья, приехали в место назначения. Смотрите, у нас уже тут туман. Первый год у нас идет дождь. Выходи, Ульян. Сейчас мы там будем потихоньку все выгружаться. Так, где шапка? Где шапка? Шапку взяла? На, Мия. Так, я взял немного алкоголя и безалкогольного тоже напитка детям, если захотят. Так, красотки. Ой. Мишек не поймет, что происходит. Главное, Гринч рядом. Гринч защитит. Number six. Давай по чуть-чуть возьмем, и потом я вернусь. Давай, да. Тебе помочь? Да, вроде я взял нормально. Все. Давай, Мия, так, все. Ручку. Мия, let's go. Встречаем Новый год с новыми друзьями. Ну как с новыми? В новом доме. Ну да, можно так сказать. Дверь открыта, нам все машут. Вау! Ух ты, какая ты красивая! Вау, всем привет! Снеговик уже пьяный, лежит, поэтому да. Такие вот дела. Да. Ну. Так, заходим. Давай. Все. Заходим, здороваемся. Привет, привет. Привет. Happy Family in Canada. Тут, да. На месте. Ой, родопровод. Подожди. Мы тоже камеру включили. Да, да, да. Предупреждаем, что было это. Тут все было чики-пики. По-честному, да? Все. Так, заходим. Ты выиграла вот эту тарелку? А, да? Да. Проводим конкурсы. Очередь Антона. Нисколько никто не пил. Да, серьезно. Да, да. Серьезный Новый год. Профессиональные. Надо отрывать. Естественно, так будет нечестно. Вот какая красота. Красиво. Да, это. Вау.
Тебе ж деда не хватало, вот тебе дед. Новый вид спорта открывать. Серьезный. А что, как картина на стену? Все, типа, можно тебе, да? Так, давай. Тарелка нам не надо. Нет, а что, виски. Мы дотягиваем до виски и все. Виски ушло. Ну, типа, вот там, да? Туалетная бумага хорошая. Откуда? С Коска или с Холмарта? Суперстор. Суперстор. Нет, суперстор. Двойная или тройная? Бренд называйте, сразу реклама. А я за там котик нарисовал. Давайте быстренько прорекламируем. Там котик нарисовал. Мы всегда берем ее. Ну, нравится она. Ну, или в Костке. Не, ну у нее реально, у нее гриб хороший именно. Она выгребает хорошо. Я вам посоветую в Костке. Не, реально взять, вот знаешь, я знаю, в Костке вообще классно. Как в рекламе. Обычная бумага. А второй тянет, там, бумага от супер такого-то. И там рвется, а та тянет. Мы в Украине, но то и наши бумаги обуховские. Коричневый темный, да? Представ. Смотри, уже можно останавливаться, уже не надо дальше. Антон! Чего ты его сбил? Тарелка, тарелка. Просто шероховатость идет. Это модно. Давай, показывай, да. Хочешь, тарелку не надо, не надо. И на тебе тарелку. Надо, значит надо. Да, да, да. Вот так вот модель семьи. Итак, у нас новая тарелка Деда Мороза. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Хочу передать привет Деду Морозу. А теперь вот весь этот, бокал с водкой надо выпить. Покажу, как я выливаю вот так вот. Кто там сзади? Ну что, давайте. У нас есть раз, два, три. А какой приз? А какой вон приз? Красным. Красная коробка. Да. Так, вот так и тянет. Это как? Я тут дальше. Я дальше чуть-чуть.